Восточного участка вала начинается пешеходная Кропоткинская улица, вдоль которой расставлены скульптуры с бытовыми сценками мещанской жизни XIX века. Например, скульптурная композиция «Городские жители». Помимо других деревянных домов XIX века, сохранился небольшой особняк, построенный в 1898 году. Представителем Дмитровского дворянства, графом Алсуфьевым, который теперь известен как дом Петра Кропоткина. Ой, это там, где мы были. Здесь известный революционер провел последние годы своей жизни, отказавшись от поста министра. И здесь же находится дом-музей Кропоткина.